Единая Россия на осенних выборах выдвигает конкретных кандидатов в губернаторы, конкретных политиков в законодательное собрание на посты мэров. И это, как правило, лидеры общественного мнения, которые имеют реальные шансы на победу. Совсем недавно Дмитрий Медведев, выступая на встрече с партийным активом, так сказать, транслировал федеральную поддержку руководству страны, да, партийным кандидатам на этих выборах. Но это сделано было неформально, в формате, так сказать, позиции Медведева по ЖКХ, но тем не менее это прозвучало. Я думаю, что у «Единой России» хорошие, точнее так, я думаю, что у кандидатов «Единой России» неплохие шансы на выборах 8 сентября и в абсолютном большинстве регионов. Ими будет одержана победа, ну, где-то, так сказать, будет получено абсолютное большинство, где-то относительно. Я думаю, результат будет в целом неплохим. Доминирование «Единой России» в политическом процессе, в избирательной кампании, в российской политике сохранится.